Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня мы находимся на кухне. Сегодня мы будем готовить бесподобные, очень вкусные креветки варено-мороженые. Это обычные креветки любых размеров. Мы будем готовить их в томатном соусе с аджикой. Это очень вкусные, сочные креветки. Попробуйте по этому рецепту, и вы не пожалеете. Давайте начнем. Итак, что для этого нам понадобится? Креветки обычно вареные, мороженые любых размеров. Подойдут любые креветки абсолютно. Этот рецепт универсальный, можно приготовить любые креветки с этим соусом. Соус краснодарский, аджик кавказский, соевый соус, масло растительное, лимон, чеснок, соль. Давайте начнем. Сразу включаем сковородку. Режем чеснок вот такими вот пластиночками. Такими вот пластиночками режем чеснок. Прям не жалеем. Зубчиков 6-7. Итак, здесь у нас задача не пожарить, а больше, конечно, потушить соусом. Поэтому наливаем масло. Забрасываем на чесночок. Забрасываем наши креветки, даем соли. Как я сказал, здесь прям вот минута слегка не обжарится. Жарить нам не надо. Далее добавляем соуса. Добавляем соус краснодарский. Соевый соус. Чуть-чуть выдавливаем сок лимона. И аджику кавказскую достаточно. Все это дело размешиваем. Немножко добавляем воды кипяченой. Так, 3 минуты тушим наши креветки в нашем соусе. И 3 минуты накрываем крышкой, даем настояться. Все, и можно подавать к столу. Пробуем соус на вкус. Соус просто потрясающий. 3 минуты они протушились, посмотрите. И накрывая крышкой, пускай они настоятся, выключим огонь, чтобы креветки наши в панцире впитался этот соус. Они стали сочными и вкусными. Итак, наши креветки в томатном соусе с аджикой, с чесночком готовы. Просто изумительный вкус, подойдет для любых креветок. Давайте попробуем. Настоялись они вместе вот с этим соусом макая. Сам по себе соус просто божественный. Итак, это просто изумительно. Попробуйте по этому рецепту приготовить креветки в соусе. В соусе они еще сочнее, еще вкуснее, с соусом их приятнее есть. Это отличная закуска к пиву. На сегодня все. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся и ставим лайки. Также подписываемся на мой инстаграм, ссылочка в описании. Всем пока!